Легенды и мифы совсем рядом. Окунуться в волшебный мир сказочных персонажей может каждый житель Аликовского района. В деревне Нижние Карачуры есть настоящая поляна сказок. Баба-Яга, Домовой, Леший и другие сказочные персонажи встречают нас при подъезде к дому семьи Ануфриевых. 5 лет назад, переехав в деревню, хозяева увлеклись ландшафтным дизайном. И теперь у них дня не проходит без творчества. Утром проснулась, думаю, тай-ка домик надо сделать с Бабой-Яговой. И позвала ребят, ребята пришли, домик сделали Бабу-Ягу. Баба-Ягу сама сделала. Вечером всю ночь не спала. Из тряпок сделала Бабу-Ягу, лапти одела, и этот кощичку сделала, метлу дала, Баба-Яга сидит. В дальнейшем еще хотим пруд большой делать, и через пруд этот мостик маленький красивый, там жених с невестой поставим, пускай стоят они там. Ануфриева Лида и Иван, пенсионеры, но все-таки же у них энергия хватает всем. Вот для всей деревни, потому что они работают от души и сознанием дела. Лилия, вербены, георгины, флоксы, бархатцы. Куда ни глянешь, здесь всюду цветы. И не просто клумбы, а с декором. Пройдя по вымощенной тропинке, можно оказаться в беседке с настоящей русской печкой, около которой расположился колодец. Не зря говорят, в дом зайдешь, узнаешь, какой хозяин. В деревню приедешь, узнаешь, какие люди здесь проживают. Действительно, вот вы сами, наверное, обратили внимание, здесь по улицам проходить и приятно, чисто, аккуратно. А в самом конце деревни расположена семья Ануфриевых. За 5 лет они умудрились такой сказочный городок построить, куда уже начали приезжать со всех районов, населенных пунктов. Благоустройством своего участка семья Ануфриевых не ограничилась. Они решили обустроить и соседний земельный участок, чтобы красотой могли насладиться все односельчане и гости деревни. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов. Республика.